Я еще магнитики набрал, там ебать, ну вот в котором вновь поселились, они ебать такие путешественники, они были в Китае, в Италии, в Париже, дохуя, короче, где были. А, то есть на магнит еще накупил, да? На пизду, да? Блин. Они не нужны понадобились, походу, я их себе взял. Блин, Тимур. Да, блядь, я столько добра тогда нахуй собрал, все сгорело. Мы могли бы сейчас реально богатыми стать. Там было 10 кофемашинок, прикинь. Одна кофемашинка стоит 40 тысяч. Я тебе серьезно, блядь. Если бы не сгорело бы, нахуй, я бы тебе их отправил бы сейчас. Блядь, продали бы. 400 тысяч было бы. Ну, что только не пиздят. Пилы, всякую хуйню, тырчики, блядь. Все, что можно. Болгарки. Все домой пиздят. Ты тоже бери это, бери. Там еще была сумка у меня, полная кремов. Я думал, блядь, своей привезу там. Ее маме, нашей маме привезу.